Здравствуйте, братцы. Очень старенькая композиция. Еще из 80-х годов прошлого тысячелетия, столько не живут. Называется «Кто-то стукнул в окно». Кто-то стукнул в окно, или мне показалось, или, может быть, стук я услышал во сне. Может, это судьба мне в окошко стучалась. Только я, как всегда, так надо бежать не успел. Может быть, это дождь постучался под вечер, чтоб со мной посидеть, поболтать до утра, чтоб зажечь на огне темно-желтые свечи и смотреть в темноту сквозь изгибы стекла. А быть может, луна тонким лучиком света постучалась в окно, оторвавшись от дел, чтобы мне промолчать пару новых куплетов. Только я, как всегда, так надо бежать не успел. Кто-то стукнул в окно, или мне показалось, или, может быть, стук я услышал во сне. Может, это судьба мне в окошко стучалась. Только я, как всегда, так надо бежать не успел.